Так, я тут готовлю немножко бутерброды, жарю их. Ой, у нас сегодня, ребята, такой день. Короче, приходит Ульяна и говорит: мама, иди, говорит, сними видео, какую частоту я навела в комнате, а то это ненадолго. Ну, это надо снять, чтобы запомнить. Знаете, видео остается надолго, поэтому вот. Ой, бог ты мой, чистота, ё-моё. Это у нее очень редкое озарение. Я вот тут вообще у нее вот тут всегда все навалено, ватные диски, палочки, вся фигня. Представляете? Да, молодец, доча. Вот так вот бы каждый день. И оно потом входит в привычку. Вот такой маникюрный столик. Перестановка же у меня недавно Да, была. она сделала небольшую перестановку. Небольшую. Переставила сюда столик, потому что тут, ну, вообще, я говорю, хламья в комнате, это капец. Полок бы понавешать здесь. Ну, в общем, вот так. Это кратковременное явление, но его надо запечатлеть. Молодец. На, это тебе! На! На! Уже сгорело миллион спичек, Таня. У нас погода великолепная. Посмотрите, кого я на улицу вытащила. Днем! Днем! Тот, кто знает. На 8 марта снег выпадет. Да, тот, кто знает. Сейчас 2 часа дня. А Таня на улице. Это просто нонсенс какой-то. Такого не бывает. Я ее вытащила. Видите, она красивая. Идет вместе с цветочками. Глянь, Танюшка. Да. Пролески. А там эти подснежники. Это пролески синенькие. Что, в лес пойдем? Да, мы уже пришли. Через дамбу собираем. Между прочим, занесенные в Красную книгу. Ты же когда-то не сколько, они лет уже сколько. Да, подснежники. Помнишь, в лес раньше ходили постоянно это. Так глянь, глянь. Все. Офигеть. О, пошок. Обалденная погода. Но только днем. Но утром сегодня было минус 6. Минус 6. Да. Даже пришлось старые штаны одевать, говорит, замерз, думал, типа. Минус 6, мне Натаха говорит, я встала, говорит, дома, посмотрела на телефон, минус 6. Утром на работу вышла, села в машину, в машине тоже минус 6. Да я тоже вышла в 6 утра, только, что за фигня. И каша нам замерзла. Я вчера варила или позавчера, уже не помню, блядь. Это. Ну, красота. Красота на улице вообще. Ветра вообще нет. Ездила, я замерз. И у меня, ну как, Ты в этой же жилетке ездил? В жилетке, но все это. И я на улице так. А вот эта фигня даже и не становилась, да? Она как была зелена, так зеленая и осталась. Что тут у нас еще? Калина висит, можно подойти. Кстати, она сейчас вкусная после перемерзки. Да, хорошая. И тут же пальмы, ну, юка. Самшит. Тоже, кстати, не дешевая растенница. И тоже нельзя. Дети еще. А, дети уже со школы пришли. Не, моя пришла уже. У них сегодня только 4 урока было. ОБЖ, мама, мы сегодня ОБЖ одевали противогазы. Чем отчетный этот был? Говорю, понятно. Что там такое? Ты сказала, ты ничего не видишь. Идет читает. Не вижу. Все ясно, да? Вообще, ну.
чем? Дымком пахнет? А это котельная. Это котельная вот здесь. Мы недалеко. Да, выгнали ее средь бела дня на улицу. Выгнали. Запахи уличные почувствовал. Неужели? Да. Вон у нас котельная, домик культуры. А что ты смотришь там, я извиняюсь, спроси. Ногти выбирают. А, понятно. Понятно. Понятно все. Так медленно. А люди работают, наверное. Одни мы шароебимся в ночь всегда по улице. А вот видишь, солнышка нет, тут такой ветерок. Что с телефоном? Я не зарядила. Не зарядился? Не зарядила. А? О. Зарядишь. Я сидела, заряжала. Собакин, ты живой? А то лежишь как-то непонятно. А то у меня сейчас удар хватит сразу же, если его побили и убили. У меня да. Эй, ты живой? Живой. А, вон, мадам спит. Девушка, вы уже вошли в тень. Живая дышит. Ты что, это мать всего городка? Гляньте, я разделась. Кинула все. Да пофиг. Это. Дети идут. Собрались уже идти назад. Дети идут. Боже, на улице градусов 19, наверное. А солнце, вот солнце, да, шпарит на всю двадцатку. Здравствуйте. А вот в теньке прохладно, а на солнце вообще, ну то есть уже солнце теплое. Что вы выползли? А? Что там Корылыч, уже спит? Привет. Понты колотит. Он быстро засыпает. А, привет, дочь. Мы в магазине скупались и увидели вас. А я ее гоню домой, она говорит... Здравствуйте. Она говорит, да дай на людей посмотреть, блин. А я наоборот, на людей всю неделю смотрю, пошли быстрее спрячемся. И стоим, она не уходит. Я говорю, пошли быстрее отсюда. Короче, это... Помочь. Давай быстрее. Опоздаешь. Это не звук отключен, это мы просто молчим. Вот чего-чего у нас тут нет, так это микроволновки. Я не сильно погорячилась в таком светлом. Я не знаю, но все чистое. Здесь все чистое, вот, все стиранное. Я просто все ж поснимала. Это все-все стиранное. А чем ты погорячилась? Ты сидеть будешь жопой на чистом. Все, скатерть, все чисто. За колонкой и для собак, за едой. Да, и рыбинка у меня там. Растаяла уже. Так, огонь батарея. Огонь батальон. Доску. О, даже салфетки есть чуть-чуть. Или это ты положил? А.
нас-то чайник есть. Просто это, за водой в лень идти. О, тут есть вода. Чуть-чуть, хватит. Сейчас я чайник нагрею. Ой, ой, ой. Все падает. Все летает. Воду же набирали для это. Для шашлыка. Вода-то осталась, я ее не... Ну, топор вчера от мамки притащила. Вон. Сейчас я еще воды разогрею. Что там? Мышь не повесилась? Ой, ой. Просто вот эта фигня, она была сложена, наверное, в два раза. И она не была такой длинной. Поэтому я и запуталась, что оно так не было. Нам с тобой вдвоем не до хера. Подожди, еще вечер не свечерил. Вдвоем. Две клюшки. Да, тайна, тебя только вместе с твоими дурами тут и не хватало. А ты сейчас вынесешь темней. А там у тебя дверь закрыта. Давай ключи. Я им дам, они поедят. А рыба висит, сидит, стоит, лежит. Где сейф с деньгами? Лучше скажи, и кот. Не матерись, все. Короче, так как мы тут с Танюшкой вдвоем, все для нас, мы решили, значит, я на этом краю буду. Она на целом. Она перекинет. Что ты хочешь? Открой ротик. Да. Еще мы, короче, решили, что мы пожарим сардельки. Оставалось этот уголь. Сейчас он перегорит. Я, как обычно, вместе с этим засунула его. Дети ушли. Они нам помогли и ушли. Я сейчас кресло поставлю. Креветки офигенные. Очень. Одна в одну. На вкус не пробовали еще. Я буду рыбу жареную. Коля поймал. Я приду сейчас. Вот. Вот так. Все. Хотела так снять. Хочу снять. Ем, ем, сижу. Говорю, Таня, надо снять. Что полголовы не зажрало. Вот такие карасики, вот такие. Коля вчера поймал. Блин, они... Это я потому, что чтобы людям не показывать, что я... Она говорит, что карася... Что, говорит, голову не съела, но я же, чтобы вам снять. Я чтобы вам снять, показать, какие карасики. Вот тут стоят креветки, да? Вот, видите, креветки стоят. Я говорю, караси вкуснее креветок в 100 миллионов раз. Маленький кубанский карась. Да он не кубанский, да? Он, наверное, этот. С каналов, да? С канала, да? Блин, сладкий. До Кубани не вкусный. До Кубани еще. Очень вкусно. Большие вообще караси не люблю. А ты любишь большие? Вот я тоже. Вот чем меньше... Они сладкие. Чем меньше, тем он сладче. Я даже вот такие с палец чищу. Вообще как семечки. Чик-так-так-так. Приятного аппетита, кто ест. Сейчас мы... Еще у нас жарятся сарделечки. В общем, что смогли, то и делаем. А что, нам много двоим надо? Да. Колонку принесли. Креветки после карасей кубанских. Креветка невкусно. Приятного аппетита. Поехали дальше. Все, ну посиди. Короче, все. Василий Васильевич молоко взял. А, шампурчик перевернет. У вас
Видите, у нас мужчина прибыло. Сколько? Правда, нету, с очень-очень напитком крепким. Крепчайший. Поруководи еще и мужика не найдешь. Днем с огнем. Сказал, какао нам пойдет варить. Сказал, какого хрена вы тут пьете, сидите, я пойду вам какао сварю. Видишь, какой мужчина? Какао будет варить. Да. Халам-балам. Красную книгу надо смотреть. Да. Главное, Лена, вот она только встает, глаза только еще. Один, два. Дым, а в глазах моих светится интим. Вот вы теперь видите, что Таня не только умеет готовить, убирать со стола, накрывать, но она еще и петь умеет. А еще и на машинке, наверное, вышивает. Крестиком. Ноликом не умеешь. Ну, возьми уже что-нибудь в руки. Ты хочешь... Ну, не в рот, Лена, в руки. Я попробую. Блин, не в ту руку. Что, мы будем делать селфи? Я уберу сейчас. Мне выключить нечем камеру. Давайте. Как нос, блядь, когда заебал, блядь, здоровый. Как куда? Что-то я еще не выключила. Уже подрумянилась. Таня! Хрустеть. А запах, конечно, блядь, но вкусненько. Надо было картошки, блядь, еще фольгу на туда запахать. Это что-то у нас и сосиски как-то спонтанно вылезли, а ты еще картошку хотишь. Сало. Ну, все впереди. Сезон только открывается. Ах, лето. Ах, лето. Лето красное. Будь со мной. Простите меня, мои зрители. Да, блин, ей маленькую. Ешь, Лена. Кушай, Лена. Главное, ешь. Больше ничего с ней не делай. Ой, глупость. Ты нож не уноси. Ой, господи. Гляньте, она почистила мою тарелку, хотела выкинуть вот это. Да вы что, самая вкусная еда. Выкинуть она хотела. Дети пришли. Чуть на маленькие дети. Подбили. Взяли креветок. Там... Того сего. Давай. Это сарделька, не шпикачка. А то сейчас начнете там. То жирка им не хватает, то еще какого хрена. В следующий раз мы вместо жирка сальца пожарим. Сальца бы я пожарила. Кстати, сало, да. А у тебя есть? Ну, найдем. Ну, я, ну, у меня для этого лежит. Ну, да. Нет, то, что ты мне сало давала, я его же на борщ старею. Я 10 килограмм купила, посолила, в магазин отдала. Ну, хорошо, возьмем в магазине. Купим. Ты посолила, отнесла в магазин, и мы пойдем его купим. Купим. Ну, а что, Таня, это бизнес. Конечно. Бизнесмены, блин.